Торговые объекты Люберец постепенно оборудуют камерами наружного видеонаблюдения. Пока такое нововведение коснулось лишь 89 нестационарных павильонов. Оборудовать планируются практически все нестационарные торговые точки, которые входят в схему размещения НТО. Таких объектов в Люберецком округе насчитывается порядка 250. На данный момент утвержденному архитектурному облику соответствует лишь половина павильонов муниципалитета. Там, где видеонаблюдения еще нет, камеры появятся после окончания всех необходимых аукционных процедур. Кроме того, все нестационарные объекты, которые размещены в городском округе, включая точки сезонной торговли, имеют QR-коды. Таких павильонов 300 в муниципалитете. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.